В доме на улице Кати Соловьянова 16 августа отмечали праздник, потому что именно здесь живет долгожительница, любимица соседей Валентина Степануха. От имени главы города-курорта Сергея Сергеева именинницу пришли поздравить председатель анапского филиала Кубанской краевой общественной организации «Герои Отечества» Олег Пухкалов и руководство Центра патриотического воспитания молодежи «Ратмир». Примите в этот день, в этот знаменательный день, день вашего юбилея, 90 лет. Это все-таки такая замечательная дата, уже серьезная. Поздравления от администрации муниципального образования город-курорта Анапа, лично от главы. Валентина Степануха родилась 16 августа 1924 года в поселке Суко. Ее родители – люди рабочие. Трудились в моршколе, где после войны работала и сама Валентина. Помогала отстраивать все, что разрушили немцы. На долю Валентины Васильевны выпало немало трудностей, но они только закаляли ее характер. Дрова рабочим заготавливала. Вот директор вызывает меня. Ну, коренная Суковская, ты все дороги там знаешь, поедешь лес заготавливать, дрова рабочим. Вот ездили, заготавливали, руки все в мозолях были. Сегодня долгожительница окружена заботой и вниманием, живет вместе с дочкой и внуками, которые за ней ухаживают. В свой 90-й день рождения уже с самого утра Валентина Васильевна принимает поздравления от соседей и представителей ТОС. Пожелать ей на еще 90 лет, на еще доброго здоровья, тетя Валя. Оставайтесь такая же, как вы есть. Добрая, хорошая, замечательная соседка. Спасибо. Цветите, процветайте. Секрет ее молодости и долголетия, признается Валентина Степануха, совсем прост. Работа и движение. Работать надо. Не сидеть, сложа руки. А то вот ходят. Но они ж не работают на шею мужей. А я всю жизнь работала. Всю жизнь. Как и шаг. Жизнь прожить, не поле перейти. На долю старшего поколения выпало много испытаний. Тяжелое детство, война. Но эти бабушки и дедушки удивительно оптимистичны. Старость для них не повод унывать и сидеть, сложа руки. Каждый день находят себе занятия и остаются незаменимыми в семьях своих детей и внуков.